ремонтироваться будут дворы не только по Столиваров, но и по улице Весенней, можно сказать, комплексный ремонт в программе «Комфортная городская среда». Я, знаете, считаю, что это один из масштабных дворов. Почему? Потому что буквально 18 апреля мы здесь с жителями обсуждали дизайн-проект. Здесь очень было много старых деревьев, которые уже отслужили свой срок и были признаны аварийными. И сейчас уже строители приступили к работе, они снесли большую часть деревьев. И мы видим, уже начинается планировка территории, устанавливаются бордюры. Но я считаю, что работы такого плана, они позволят жильцам решить проблему парковочной зоны. Продолжается в этом году комфортная городская среда программа. Это очень даже хорошо для нашего города, потому что и организуются для жильцов новые парковочные места для машин. Это сейчас, наверное, необходимо в кадре каждого двора. Также и газоны будут лучше, и дорожки пешеходные, и все это улучшится, будет красиво. Ну, будем делать красивый город у нас. Все это, конечно, благодаря той комфортной среде, которая опять в этом году началась.